и читать только мои стихи. Только, исключительно. Музыка Антона Родионова. Не говори о женщине мила. В мечтах своих она всегда красива. О многом ли она тебя просила? Но этого признания ждала. Не говори о женщине мила. Есть в этом слове тайная небрежность, свою любовь и ласковость и нежность она тебе навеки отдала. Не говори о женщине мила. Атавистичен комплекс превосходства, пусть Бог отдал мужчине первородство. Продлить твой род лишь женщина могла. Не говори о женщине мила. Но назови ее своею милой. Она тебе заранее простила неловкость слов и грустные дела. Если в час предчувствия заката ты умиротворен и грусть твоя светла, то это вопреки тому, что ты когда-то о женщине своей сказал. Она мила. Не говори о женщине мила. Но назови ее своей милой, любимой, упоительно красивой. Ведь этих слов она всегда ждала. Лишь только этих слов она всю жизнь ждала. Я знаю, вам нужна поэзия, которая нежна, печальна. Она близка вам изначально, в ней можно раствориться, грезить. Я вижу вас с раскрытым томиком стихов забытого поэта, сентиментального сонета, строка приводит вас к истоме. Вы погружаетесь в старинные мечты, прописанные с ятем, в них платонические объятия, свечей мерцание стеаринное, на стенах штофы с гобеленами, где сцена выткана охоты, и смотрит лань из позолоты так загнана и так несмело, и юный граф стоит задумчиво с лицом фамильного портрета, его плюмаж волнует ветром, рука с оружием опущена. Вы плачете. Все это грезится мне на продавленном диване. Вы сами грустная поэзия с усталыми глазами лани. Волшебно острая игра. И эта чистая влюбленность, и эта неопределенность, пронзающая, как игла, волшебно острая игра, неоговоренные встречи и тайно значимые речи, как будто бы из-под пера, отточим из-за ресниц внезапно брошенные взгляды, облачены для нас в наряды сбывающихся небылиц.
иной почти невидный жест, невинный или же случайный, волнует нас необычайно, воспринятый как благовест. И вот идем плечо в плечо, нарочно легкою походкой, и нам стеснительно и робко, а сердце странно горячо, и как последнее туше мгновенное прикосновение. И, наконец, стихотворение, необходимое душе. Нас только двое на земле, нам суждено не разминуться, мы бабочками на смоле увязли в нашем безрассудстве. Мы — это вязкая смола, мы — та соломинка, что в горе последняя. Мы — та скала, которую не смоет море. Мы — та высокая волна, что выбивает гроты в скалах. Мы — те последние слова, сорвавшиеся с уст усталых. Мы — те усталые уста, в кровь перекушенные болью. Мы — жизнь, которая пуста, незавершенная любовью. Нас только двое на земле, нам суждена обитель эта, друг в друге мы в монастыре, нам дела нет до бреда света, нас пересуды и суды досужих присных не взволнуют, и жесткий перст слепой судьбы нам путь иной не указует. Мы не потворствуем судьбе, она грозит напрасно плетью. Своей любви дай Бог тебе не опоздать на полстолетия. Ангел-хранитель. У ангела всегда распахнутые крылья. Ему твоя беда, пожар в его груди, и он летит к тебе, последние усилия помочь твоей судьбе, спасти тебя, спасти. Твой ангел грубоват, и он неважно скроен, и лик одутловат, он ангел воплоти. Но если ты в беде, пойми, он так устроен, он поспешит к тебе, спасти тебя, спасти. Виновен ангел твой, подрезанные крылья, он падший, он влюблен. Но ты его прости, ведь если ты в беде, отчаянным усилием, он прилетит к тебе, спасти тебя, спасти. Не уйти от тебя, не скрыться, и тоски по тебе не избыть. Лишь тобою могу напиться, лишь тобою умею жить. Ты — мое ощущение света, невесомость моя, мой всплеск. Ты — седьмое чувство поэта и отточенной строчки блеск. Ты — мечта, невозможность, нечто, что заполнило жизнь мою. Ты — земная, желанная женщина, и за это благодарю. В толчье перепутанных мнений, в перекрестии улиц и глаз, я встаю пред тобой на колени, не стыдясь. И сегодня на этом изломе одинокой моей тропы вновь протягиваю ладони, чтоб коснуться твоей стопы. Бездонное небо мерцает звездами над каждым из нас, надо всеми над нами, а звезды не врут. Давай загадаем, так жить интересней, и в этой далекой мерцающей бездне проложим маршрут. А звезды сияют, мерцают, блестят, внезапно срываясь к земле в звездопад, стремясь к нам из бездн.
мерцающим парусом те подплывают, а эти пыльцой золотой исчезают за кромкой небес. Под этим полночным мерцающим небом жалею о тех, кто забыл или не был, дышу волшебством. Здесь магия мира, в ней примем участие, научимся жить, как мечтали, для счастья и всем существом. В нас вложены древние знания от века, что с каждой звездою душа человека совершает свой путь, и нам изначально присуще стремление пройти сквозь миры, сквозь пространство, сквозь время, чтобы только взглянуть. А если все так, то какие вопросы, какая ночная тоска, папиросы и стрессы от дум? Забудем обиды, укоры, уколы, закончим бесплотные наши раздоры и весь этот шум. Бездонное небо мерцает звездами над каждым из нас, надо всеми над нами, в них море огня. И что нам делить? За своею звездою иду я своею дорогой, судьбою, а рядом твоя. Зеленой лозой винограда в ней бродит не сок, а вино. Загадано миру шарада, разгадки, увы, не дано. Росток невелик и невзрачен, болезненно тонок и крив. Но, Боже, как будет изящен ветвей его хищный извив. Тогда украшение сада он в самом конце сентября подарит нам гроздь винограда, прозрачней куска янтаря. Мы срежем те гроздья и жаль их, но верен обычай веков. Вино молодое Маджари вольется в ленивую кровь. В нем знойность истекшего лета и солнечные силы заряд, и губы твои до рассвета его аромат сохранят. И тело, подвластное соку, вошедшему в плоть из земли, раскроется яростно току, горячему току любви. А утром представится взгляду в открытое настежь окно, врывается лист винограда, прошитое светом пятно. Опрокинуто личико в голубые провалы глазниц. Его линия вычерчена тонким скальпелем мастера лиц. На едином движении, вдохновенном движении резца, и в ее искажении озарение, и гений творца ты, модель, модельяне. Нет, ты верно создание его на последней из граней, за которую нет ничего, за которую гений все, что может, так это понять, что подобных творений ему уже вновь не создать. Песня, бред или мистика, только ты перед миром права, и последняя истина в голубые глазницы провал, в голубые глазницы на матово-бледном лице. Если это случится, дай мне Бог, чтобы в самом конце, потому что на гибель, на любые безумства пойдешь. И нельзя, чтоб прозрел и увидел, что все было ложь. Лена здесь, нет? Нет. Последнее танго. Случайное, как жизнь. Рожденное в душе немыслимой причиной, оно звучит в тебе. Прими и удержи последнее танго заснеженной вершиной. Последнее танго, последняя гастроль, последний мах крыла последнего полета.
Последнее танго и символ, и пароль, доступный двоим, отмеченным за что-то. Последнее танго, последняя любовь, почти в последний миг, почти перед уходом. Последнее танго, последний допинг в кровь, последний поцелуй судьбою или Богом. Последняя любовь, последнее танго, последний ритм вдвоем, последнее объятие, последний страстный крик пространства на арго, последний перехлёст разбросанного платья. Последняя любовь, случайная, как жизнь, последняя любовь, разреженность вершины, когда она пришла, держись ее, держись, молись своей судьбе и не ищи причины. А тут в зале присутствует много женщин, как всегда. И присутствует мама и папа Татьяны Лизвенко. Ну, покажите, где вы там, не вижу. Вон они махают руками. А Татьяна Лизвенко очень хороший тоже поэт и писатель. И у нее запала мне в душу одна строчка. «Мое перо, клюющее с ладони». И вот, думая о вас, дорогие женщины, как у вас происходит этот процесс творчества, как вы это успеваете делать? День отошел. Дневная суета почти окончена. Часы пробили полночь. Спокойно спит святая простота, сопит себе и не зовет на помощь. Последнюю посуду перемыть, за кухонным столом присесть с тетрадкой и вслушаться в серебряную нить, весь день в тебе звучавшую украдкой. Как этот звук теперь высок и чист, застыть на миг в стремительном наклоне, и вот уже летит на белый лист твое перо, клюющие с ладони. Татьяне большой привет. Их только не вижу. Ну и в заключение этого цикла мы, конечно, приходим к тому, что происходит, когда уже вся эта любовь счастливо кончается супружеством. Супружество. Вы обнаженную Веласкеса, мечту, неясность, странный сон, увидите ли между ласками у женщины исторгнув стон, в живой, измученной, изученной на ощупь вдоль и поперек, сумеете ли услышать лучшую легенду у семи дорог? И что вам чудится, и чудится ли, когда от ваших слов в слезах над простынями и над улицами взметнутся гневные глаза? Наступит ли для вас мгновение признания самому себе, что эта женщина волнение и счастье ваше на земле? Из мерцания белых звезд протяни мне, Боже, руку, зачерпни из моря слез, слов моих тоску и муку, сквозь подвальное окно свет звезды ко мне стремится. В этом мире недавно место, чтоб тебе молиться. Мой великий грозный Бог,
Всеблагой и всемогущий, я дал тебе, что мог, жар души моей заблудшей. Здесь подвал, судьба и кров, здесь покорность и отчаяние, и лети к звезде мой зов, и в ответ твое молчание. Лопнула струна души, стон вибрирует по крышам. Боже правый, поспеши, дай мне знак, что я услышан. Из мерцания белых звезд протяни мне, Боже, руку, зачерпни из моря слез слов моих мольбу и муку. Да. Думая, вот сейчас это мои слова, думая о своем возрасте, о том, что мы, слава Богу, идем, хочу сказать так. Нет, никогда не говори, что опоздал. Забудь лета и ни о чем не беспокойся. Возьми билет и отправляйся на вокзал, откуда в детство по ночам уходит поезд. Займи местечко в окошко поскорее, и ты немым кино в оконной рамке при свете памяти, как в свете фонарей, увидишь лет изжитых в полустанке. Мы, волки, старые, сидеет наша шерсть, клыки обкурены и круглобы нависли мы, всех собак за жизнь успели съесть и все понять, и хмуры наши мысли. Но в эту ночь, уже в конце пути, когда светает в утреннем тумане, всплывает дом, где довелось расти, где сделан первый шаг ладони к маме. А там весна и яблонь белых цвета. И кошка моет лапки на пороге, и петухи горланят белый свет. И где-то блеет стадо на дороге. И ты бежишь за стадом босиком. Ты сам ягненок белый и пушистый. А волки – это сказка, страшный сон. А в жизни будет все светло и чисто. Когда ты юн и лепет струн, душе расти велит, ты бросишь дом, пусть в горле ком, и время не простит. Вот ты уже старик, жизнь промелькнула вмиг, забыта горечь слез, и лишь один вопрос волнует, не шутя, где то дитя. Я вижу сон, мой старый дом, там все как прежде, как тогда. И тот забор, и тот же клен, и крыша виснет над окном. Мой бедный дом, стул и скамья, вот окно, подслеповатое одно. Здесь я таил, хранят всех, мою мечту, мой юный смех. Ты знал мой дом, я слышу звуков, полон дом, и мамин голос дарит теплый сон. О, сколько дивных сладких грез мне мамин голос в детстве нес. Пусть старый дом скрипит в тоске, пусть он висит на волоске, он стоит слез. Мэнч бист юнг, из грой зайн швунг, дан йог стузих, но глик. Фарлос, фаргес, дайн нэс, die Zeit kommt nie zu rein. Wenn's kommt der Alterung, tust du sich an der Mann und tragst, was ist geschehen, sich nicht herumgesehen, wie lang bin ich allein ein Kind. Ich will noch einmal sein, mein Heim,
Це із нахал зертві гівен, от одер паркан, одер бойм, от одер дах усхал зіхкоїм, майн орем гейм. Хірвен та тішило наман, коду фарбрах тоби хесоанг, об доги ховит інгі гейм, майн югем глік, майн югем троїм, і бенка гейм, і герезінт, і нахтики геройш, до світа зоймай мон. И шлойс, ой, флабейшев, ты флхейн, фармокта мама с фармхейн, смигзайн фун цигл, цифун штей, смигзайн фун штрой, смигзайн фун лейн, наш дом, он стоит слез. Нас пеленают во младенчестве. Нам шепчут нежные слова. И упакованных нас женщины спокойно носят на руках. Встаем на ножки неокрепшие, освобождаемся от пут. И мы, нам слегка волнуясь, женщины, впервые нас слегка волнуюсь, клянусь вам, слегка волнуюсь. Женщины впервые за руку ведут. Но мы ужалим, и, конечно же, нам станет тесен их уют. И вот уже тоскуют женщины, и слишком долго писем ждут. А нас уводят все апрели, и повидаться не досуг. А где-то женщины сидеют, превращаются в старух. Мы возвращаемся не прежними, и вдруг читаем в их глазах нас, осчастливленные женщины, носить готовы на руках. Вилбай хакаши фрейн зокт мир верескен мит велхе тай реформен бенч год Алемен, ме койфтес ништ фаркей шум гелд, дос крик мен нурум зист, он дох мен ме фарлифтес, вифул трэрн ме фаргист. От свейте гит мен кейнем ништ, эс хэф ништ кейн гивэйн. Ой, верес вот фарлойн, вер вейшойн восэх мэйн. Сэ шэм лакэйн алэйн шэлик, как была шли бяхова, кета шамат калат как бы. Ай, дыше маме, не только бессер дервел, май, дыше маме, ой, виви битер вензифелт. Вишен он блик лыхизен хоз, венди маме издо, Витройрик финстервель, вен год, немзицу ойлем або. Им вас он фаер, волзгилов он фаер кинт, до слебны зерни таер, до сизгивиздер гресте зинт. А за шейным атонне гешейн фун год, но ранавичке едише маме, едише маме, май. Заканчивая этот блок, нельзя не сделать посвящение нашим мамам. Бывает, чего не бывает,
Бывает, старинный ваш друг исчезает, и в память о прошлом он вас предает. Бывает, сбивают и сокола в лед. Бывает, бывает, ну как не бывает, любимая женщина вас покидает, вам ночь среди белого дня настает. Бывает, сбивают и горлицу в лед. Бывает, бывает, так часто бывает, ваш первый учитель себе изменяет, свеча оплывает и свет не дает. Бывает, когда соловей не поет. Бывает, бывает, конечно, бывает, ваш первенец крылья свои обретает, он вас забывает и вести не шлет, и в редкие встречи молчит или врет. Бывает, бывает. Но вот как бывает, когда на руках ваших мать умирает, а вас она слезы последние льет и вам свое благословение дает. Бывает, бывает. И этот блок следующий, он, условно, я его назвал «Другая история», потому что эта история не совсем такая, какая расписывается в учебниках и звучит из телевидения, а такая, которая прошла через нас. Ну, моя такая гражданская, это, так сказать, как бы условно можно сказать, гражданская лирика, моя гражданская жизнь, как бы, если можно так выразиться, началась более-менее сознательно уже, начало мыслей по этому поводу, по поводу этой жизни вообще. Можно сказать, что она началась со смерти Сталина. 1953 год, мне в это время 15 лет, я хоронил Сталина, я был в этом самом колонном зале, потом был около Красной площади, когда его туда носили, потому что я жил в Трубниковский переулок, это совсем недалеко, и от Красной площади, и от всех этих колонного зала, все это в пешей доступности. И все эти вот трое суток, когда этих людей, которые хотели проститься со Сталином, гоняли по всей Москве сутками, закольцовывали. Ну, все это я, так сказать, в этом, все это я прошел, все эти пути даже. В конце концов, попал в колонный зал, но то, что у меня написано, очень большой цикл накопился, такой гражданственной лирики, то, что написано по поводу похорон, это я не буду сейчас читать, а более интимные вещи. Парень высказался открыто на исходе второго дня, сколько было им перебито, ни покрышки ему, ни дна, класс взорвался, а после стало видно, когда затих, что учительница рыдала, горло пальцами перехватив. Так по бабье, без всякой позы, перед мальчиками врасплох, безголосые эти слезы им вколачивало под вздох, перехватывало дыхание. Что он делает, этот псих, невозможное свое знание перекладывает на них, на их плечи, еще не крепкие плечи мальчиков, не мужей. В классе школы десятилетки их швырнуло на вираже, им решать еще предстояло. Но сегодня, в конце концов, перед ними ее стояло перевернутое лицо. Класс молчал и смотрел тоскливо каждый прямо перед собой. Их учительница уходила, мелко вздрагивая спиной. А потом
когда распустили нас до времени по домам. Одноклассники его пили по мошонке и по зубам, чтобы не наводил осуда, чтобы помнил, кто он и где, чтобы не радовался Иуда всенародной нашей беде. В том числе и на моей. И вот сейчас он споет для начала две песни в тему этой подборки. Кроме того, что он бард и музыкант, он, вообще-то говоря, врач, клиницист, очень серьезный. И у него несколько книг вышло в России, которые просто бестселлеры. Каждая из этих книг просто бестселлер. Одно он мне сегодня подарил. Это все это тайны, не раскрывай. Добрый вечер, дорогие друзья. Две песни на стихи Ильи из нашей новейшей истории, которая, как оказывается, даже многие из нас, из тех, кто прожил эту историю, совершенно иначе себе представляют. И самое страшное, что с каждым днем содержание этих стихов становится все ближе, а некоторые из них уже просто страшно исполнять. Но мы сегодня это сделаем. Мальчики 91-го года. Ваш мальчик вышел со двора без страха и сомнения. Вы вслед кричали: «Не игра!» Он ответил: «Не игра!» Иное поколение. Он успокоил на ходу: «Нас много, даже слишком. А в 68-м году, а в 68-м году лишь семерых вышло. Ваш мальчик, он давно не ваш, но что ему, мужчине? Он в жизни свой имеет стаж, его шепот, плеш и плаш, и страха нет в помине. Ему принадлежит земля, куда и с ней проще, но есть у мальчиков своя, она у каждого своя, единственная площадь. Ваш мальчик вышел со двора, исчез в толпе прохожих, он не вернется до утра, он не вернется до утра, и не вернется позже. Шар земной мечтал сласть, своей с тобой промерить, а лег в одну шестую часть, еще в одну шестую часть хотел себя проверить. Ваш мальчик вышел со двора, был шаг его осмыслен, он точно знал, теперь пора и продержаться б до утра в Москве, в Литве, в Тбилиси. Весь шар земной мечтал он всласть своей с тобой промерить, а лег в одну шестую часть, еще в одну шестую часть, чтобы нам в себя поверить. Ваш мальчик вышел со двора, мальчик вышел со двора. Следующая песня называется «Детская песенка 99». Летит самолетик в далеких горах, в нем летчик с улыбкой на пухлых губах. Он молод, побрит и надушен, он бог в океане воздушном. Вы
высокого солнца играющий лик порой освещает мальчишеский лик. И черный квадратик на карте, и маленький крестик в квадрате. А ниже земли увеличенный глобус, по горной дороге петляет автобус, там девочка с кошкой в оконце, и обе мурлычат на солнце. И обе прижмурясь глядят, как в полете красиво под солнцем летит самолетик, и как он лукаво блефуя, из глаз исчезает бликуя. И летчик молоденький солнышку рад, он вывел машину в заветный квадрат, и вдруг сквозь помехи эфира он слышит приказ командира. И плавным движением без дрожи в руке он тумблер включил на приборной доске, как делал, когда на учениях пускал в холостые в мишени. На горной дороге взорвется ракета, где кошка автобус и девочка эта куда-то крутом повороте уносится юный пилотик. На горной дороге взорвется ракета, где кошка, автобус и девочка эта, куда на крутом повороте уносится юный пилотик. И где он сегодня, и как поживает, быть может, он водкою душу сжигает, быть может, расстался он с миром, а может быть, стал командиром. Ну, конечно же, для меня Илья – это часть Иры, Ира – часть Ильи. Теперь уже, да, мы, если честно сказать, очень сильно, ну, практически чуть не умерли от зависти, когда узнали, какого мужчину встретила Ира. Мы до сих пор завидуем, я так и боюсь, что и не встречу никогда, может, специально для этого и пришла сюда. Знаю, что придут друзья Ильи, мало ли, какой-нибудь такой же хороший друг, да, встретиться, всегда хожу, всегда накручиваюсь, поэтому, да. И Ильин пример для меня прям вот, вот, что можно встретить необыкновенного мужчину своей мечты, даже, наверное, такого не мечтала, да? Вот, ты мне потом скажешь, какими словами, но я, к сожалению, не смогла подготовить стихов Ильи, потому что у меня нету ни одного сборника, мне не подарил никто никогда. Да, вот это досадное упущение, которое автор будет. И я не пишу своих стихов, к сожалению, не умею. Очень люблю чужие портить, да, стихи пародиями, но иногда мне нравится подбирать что-то подходящее. И я вот прям вот ночью... Я ведь не знаю подробностей, как вы познакомились и что это было. И я подобрала одну... Мне уже несут. Аплодисменты. Не надо плакать по пустякам. Все, теперь не буду плакать по пустякам, только по-крупному. И вдруг на меня обрушилось маленькое стихотворение. И я подумала, что, наверное, именно так вы встретились. А я люблю русский язык и вообще все, что с ним связано. Интересно. А помните, у нас... В прошлом веке, когда мы учились в школе, все, кто здесь практически, да, сидит, было одно стихотворение про страну без частицы «не». Помните? Там оно начиналось. «Побывал я однажды в стране, где исчезла частица «не». Посмотрел я вокруг с доумением, что за лепое положение. Но кругом было тихо-тихо, и во всем была разбериха». Поэтому, Ира, я прошу, можно тебя для наглядности, чтобы все видели, тебя очень плохо видно сзади, понимаешь? Неприглядная посылка. Да. И Илья, можно, я прошу встать, чтобы вас видели, потому что я буду сейчас эту маленькую зарисовку следующую, которая называется «Удачник», читать про вас. Вот это вот, представьте, что мы все в стране без частицы «не», и как, я представляю, они встретились. Тогда Илью надо сюда. Илью сюда? Нет, они еще не встретились. Это они друг навстречу. Да. То есть как бы вот, Ира, ты еще... Нет, можно в конце как-то слиться, но ты придумаешь, как-то вот централизировать. Вы написали, как они встретились? Я не написала, это чужое, понимаете? Я чужим пользуюсь. Ну, пользуюсь талантливо, надеюсь. Итак, шел по улице удачник, весь в галеже, одетый брежно. И на вид он очень взрачный. Сразу видно, что годяй. Он любимый,
Он имущий, удивительный дотёпа. Он доумок и доучка, и доразвитый вполне. А ему идет навстречу врастеничная смеяна. Языком вполне цензурным говорит ему взначай. Я уклюжая такая и природная поседа. Я родивая ужасная, очень ряшество люблю. А давай-ка мы с тобою будем жить в законном браке. Ведь такой кудышной пары сыщут вряд ли кто и где. Согласна, что это очень кудышная пара, а подарок, ведь это же юбилей был, да? Мы празднуем всей страной уже, как бы, которая имеет юбилей, и от себя, вот я решила, что от театра. А обычно, знаете, принято сейчас по какому-то фэншую дарить картинки парные, но на это я пойти не могу. Вы понимаете, что парная картинка, это чтобы вы были вдвоем, честно, нет. Мы вас не можем оставить, поэтому здесь много. Считайте, что и вы здесь, и мы здесь все. Поэтому пусть у вас висит, и знайте, что мы вас без себя никогда не оставим. Правда, товарищи зрители? Автограф, который я потом получу, да? Да, конечно. Все, и торжественно мы выпросила материал, вот да. Ну, спасибо. Ну, для талантливого человека должно быть все талантливо, поэтому я не могла иначе. Так-то я не очень, да, а вот ради Ильи сегодня вот звезданула. Поэтому спасибо огромное автору за, как вы скажете, когда будет автограф в сессии, за наше счастливое детство. Хорошо. Еще раз аплодисменты. Если у кого там есть книжки, которые еще без автографа, милости прошу, сейчас сделаем. Ура! Всем спасибо, кто принимал участие, кто помогал, кто светил и облагораживал, и сиял сегодня на сцене, и за пультом, и за камерой, и в зале. В общем, спасибо всем. Спасибо.